Пришла весна, дворы цветут. Только о зеленой траве, распускающихся почках и ярких растениях пока речи не идет. Фантики, бутылки и окурки – то, что сейчас привлекает особое внимание жителей Ярославля. Как бороться с этой бедой, будем говорить сегодня в эфире «Другие новости» и я, Светлана Доброхотова. Итак, в соцсетях то и дело появляются фотографии грязных и разбитых дворов столицы Золотого кольца. Дзержинский район, Пятерка, Заволжский возглавляют топ кричащих о помощи обращений жителей города. При этом разбитые тротуары или отсутствие пешеходных зон, и они же в грязи, лишь полбеды. Дворы утопают в мусоре. Вашему вниманию лишь кусочек из видео в социальных сетях. Слушайтесь, птички поют. Как жаль, что кадры не передают настоящий весенний запах на улице Белинского. Ярославль. Ну и действительно, комментарии здесь излишние. Насмотрелись мы сегодня на все весенние прекрасы Ярославля и отправились в рейд по самым цветущим дворам нашего города. К слову, моя коллега Софья Кременецкая заранее подготовилась. Резиновые сапоги, без чего весной не обойтись. Пришла весна, и всплыли все проблемы. Дороги, мусор, лужи, слякоть, грязь. У ярославцев лишь одна дилемма – не выходить или добираться вплавь. Такие строчки приходят в голову, смотря на Ярославль сегодня. Жители весенней уборкой города категорически недовольны. Что еще сказать? Безобразная грязь, ничто не убирается. Вы недовольны? Конечно, нет. По шкале от 1 до 10 как бы оценили уборку города? 0. 0. Жители 34-го дома по улице Белинского, выходя из подъезда, видят не детскую площадку, не парк и даже не другие дома, а поле. Поле мусорное. Несмотря на то, что рядом находится контейнерная площадка, ее состояние в разы лучше, чем у этой территории. До сих пор неизвестно, когда здесь наведут порядок. Ну, начнем с того, что это вообще не мой дом. Я сейчас человек в отпуске, я его замещаю. Так. И территория, насколько я знаю, придомовая территория считается вот именно вот до дорожки. То есть это не придомовая территория? А там уже нет, не придомовая. А там, где мусора нет, возникают другие проблемы. Детский курорт по-другому и не назовешь. Из песочницы в воду. Так, видимо, это должно выглядеть. Детская площадка во дворе 51-го дома по улице Волгоградской, еще и с аквапарком. С горки прямо в лужу. Очень ужасный двор. Не могу даже вывести ребенка на улицу. Потому что, то есть, лужи, нигде не погулять, ничего не сделать. То есть, уже сколько раз жалуемся, никто ничего не хочет делать. А здесь, что называется, приехали. Выходя из трамвая, видимо, каждый посчитал нужным оставить свой след. Остановка усыпана мусором. И не только это, говорят ярославцы. Здесь грязно, все время грязно, да. Потому что вот окурки, и бутылки тут, и бумажки тут, и все. Я не видела никогда, чтобы здесь убирали. Кроме того, конечно, тут и вообще как-то захламлено все. Проблемы есть в каждом районе города, но в сердцах жителей Ярославля таится надежда, что их решат, а не все растает, высохнет и исчезнет само собой. Так, например, мусорные горы на улице Белинского превратятся в многоэтажки с обустроенной и, надеюсь, чистой территорией в округе. Софья Кременецкая, Денис Сахаров. День в событиях. Ну, безусловно, после такой прогулки возникает извечный вопрос, кто виноват и что делать. Именно его мы не оставим без внимания сегодня. Гость студии Сергей Итальянов, директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот видели мы с вами сюжет. Действительно, грязные дворы, весна ли тому виновата? Кто вообще несет за это ответственность? Дворники, управляющие компании или коммунальщики? Или департамент городского хозяйства? Ну, все должны понимать, за кем конкретно территория, а именно разграничена.
Мы посмотрели в кадре, есть и придомовая территория, есть остановочные комплексы, конечно, где есть недоработка и подрядных организаций. Поэтому где придомовая территория? Это ответственность управляющей компании, ТСЖ, жилищных кооперативов. Если в зоне действия, как раз они их находятся, уборкой должны заниматься они. Вы знаете, что у нас на сегодняшний день проблема, где контейнерные площадки как раз управляющими компаниями достаточно содержатся и убираются. То есть мусор просто валяется на их территориях. И у нас на сегодняшний день, получается, нет диалога с управляющими компаниями, что они должны... в принципе, переносить в рамках правил госстроя на свои придомовые территории эти контейнерные площадки. То есть именно контейнерные площадки, территорию вокруг контейнерных площадок должна убирать управляющая компания? И придомовую территорию. И придомовую территорию. Хорошо, слышала я такую новость, что мэрия города Ярославля предлагает контейнерные площадки. Действительно, сами контейнеры убраны, а контейнерные площадки теперь переместить ближе к домам. Это для чего нужно? И это миф или реальная правда? Это действительно есть такое предложение, чтобы все-таки управляющих компаний побудить переносить данные контейнерные площадки на свои территории. Мы все знаем, что, пользуясь законом, управляющие компании, жители деньги собирают, как природопользователи, по тарифу уборки придомовой территории, в которую уже включаются, в принципе, по факту контейнерные площадки. Но учитывая, что они расположены на муниципальных землях, управляющие компании считают, что они убирать их не должны. Хотя мы все знаем, что пользуются ими конкретно жители этих домов. Вопрос. Почему управляющая компания собирает деньги, несмотря на то, что мы в феврале, вы знаете, повысили тарифное решение на увеличение данной платы как раз для жителей. То есть на 12 копеек мы увеличили, и управляющая компания нам гарантировали, что все контейнерные площадки они будут убирать. На сегодняшний день у нас получается правовой коллапс. Вроде земли наши, жители должны устанавливать свои, а получается управляющая компания деньги собирая, пользуясь именно пробелом законодательства, говорят, нет, пусть убирает бюджет. Вопрос, почему? Хорошо, тогда вопрос, что делать? Куда жильцам обращаться? Действительно грязный двор, кому звонить? Вам звонить, в управляющую компанию звонить? Где найти правду? У нас есть, вы знаете, департамент государственного жилищного надзора, который, в принципе, и контролирует деятельность управляющей компании по всем муниципалитетам области. Поэтому, конечно, непосредственно лучше обращаться в департамент госжилнадзора. Если также можно, конечно, повлиять на своем уровне, если есть муниципальное жилье, это муниципальная жилищная инспекция города. Соответственно, если мы знаем, что есть муниципальное жилье, это, конечно, в МЖИ быстрее, а если нет муниципального жилья, то, соответственно, в ДГЖН региона. Хорошо, о мусоре мы с вами поговорили. Еще это одна проблема, да? Есть дворы настолько разбитые, действительно, речь идет о асфальтовом покрытии, там, о каких-то детских площадках разбитых. Благоустройство дворов идет. Впереди летний сезон, программа «Решаем вместе». Вот расскажите, какие дворы в этом году будут благоустроены и... где? Ну, у нас все районы попали именно в отбор, то есть была система рейтингования, соответственно, уже на сформированных комиссиях муниципальных терадминистраций мы производили отбор тех или иных территорий. У нас на сегодняшний день, вы все знаете, что вошло 20 территорий дворовых и 2 парка, юбилейный и парк Победы. Поэтому, в принципе, реестр мы всегда всем направляли, все жители свои дворы знают, но заявок было больше 300, поэтому отобрались именно самые-самые проблемные, которые действительно требуют по факту ремонт. Именно. Жители голосовали сами, да, за и жители голосовали, то есть все принимали участие активно, и уже по системе рейтингования были отобраны те или иные территории. Когда техника выйдет уже на первый двор? После уже завершения, соответственно, погодных условий, мы надеемся, в конце мая текущего года. Спасибо вам большое за то, что нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо. Сергей Тальянов, директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля, был нашим гостем, рассказал и об уборке, и благоустройстве дворов нашего города. Ну а мы с вами дальше посмотрим, как по программе «Решаем вместе» шло благоустройство дворов в прошедшие года и кто эту работу контролировал. Заволжский район. Двор на улице ранее возле 3-го и 5-го домов. Рабочие устанавливали свежий бордюрный камень, завозили песок и щебень. По словам местных жителей, двор постоянно топило после дождя. Более того, дорога возле домов разбита, а вместо парковки людям приходится ставить машины на газон. Первый раз делают этот двор нам. Ну, наш дом стоит в низине, вся вода течет сюда, поэтому на этой дороге было очень много воды. Конечно, большое спасибо, что нам делают. Это очень хорошо.
По проекту благоустройства рабочие как раз и занимались парковкой для машин. Здесь появилось 70 мест для стоянки авто. Поставили новую детскую площадку, лавочки для пенсионеров. И дорогу, безусловно, заасфальтировали. На работу во дворе на Ране было выделено более 12 миллионов рублей по проекту «Решаем вместе». Очень важно, что в основе проекта «Решаем вместе» лежит собрание жителей. Действительно, когда мы отбирали территории, в этом дворе прошло большое собрание, порядка 80 человек участвовало, и проект согласован жителями. То есть все, что здесь проходит, все работы, они согласованы жителями, и жители практически единогласно поддержали данный проект благоустройства. И действительно, за благоустройство дворов активно голосовали сами жители. Лидеры рейтинга получили долгожданное благоустройство. Всего более 120 в 2018 году. К слову, сами ярославцы участвовали в приемке работы и в детальной проверке ремонта после зимы. Еще, слава богу, хоть не украли, вот она лежит, вот сюда ее привинтить. Эта скамейка не отслужила еще и года, а уже разваливается на части. А еще недоделанное ограждение и непрочный асфальт, сетует жительница 52-го дома по улице Елены Колесовой, Нина Матвиенко. Все нарушения на карандаш берут и ревизоры, тут же переадресуя вопросы к подрядчику. Бюджетные деньги, вовлечение жителей в процесс, а в итоге что получается? Суррогат? Некачественно выполнена работа. Если есть дефект, мы устраним. А устранить или переделать в этом дворе подрядчику придется практически все выполненные работы. Лакокрасочное покрытие уже нарушено. Это мы постояло. На второй раз покрасили обязательно. Вот я вижу, а что вы проект тут... смотрели, там покраска порошковой краской или как вот здесь кисточкой покрасили? Не можете нам сказать? Это явно не порошковая покраска. Это нет. Это обычная грунтовка. Забыли здесь про проектные предписания и при ремонте дороги. Уклон не соответствует нормам, а ливневки и вовсе нет. В итоге двор окружен водой. Схожая ситуация и во дворе дома 38 на улице Блюхера. И вновь подрядчик дает обещание жителям все исправить. В моем понимании лучше изначально сделать как следует. И у меня получается, наверное. Успешно получилось сделать в этом дворе детскую площадку. К ней нареканий у местных нет. Здесь кучкуются все дети. Вот они сейчас спать ушли, а вот перед вашим приездом тут было просто море толпа деточек. Все недоработки, выявленные руководителями проекта «Решаем вместе», подрядчик должен устранить за свой счет в кратчайшие сроки. Проверка губернаторского проекта по благоустройству проходит по всему региону. Уже осмотрено более 40 дворов, 18 из них ярославские. В первую очередь отработаем над ошибками, потому что только выявляя те замечания, которые мы получаем в результате вот приемки дворов в этом году, мы уже можем делать корректировки в проект на следующий год, чтобы такие замечания уже никогда больше не встречались. Есть дворы практически без замечаний, там только от жителей мы слышим положительные слова в наш адрес и просьбы что-то еще сделать для них. Всего в регионе в рамках проекта «Решаем вместе» за прошлый год было благоустроено более 120 дворов. Ревизоры заглянут в каждый до 15 мая. Ну а тем временем в этом году уже есть реальные проекты благоустройства территорий по программе «Решаем вместе». Их представил главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов. И давайте разберемся, какие. Итак, во Фрунзенском районе в программу благоустройства вошли 5 дворовых территорий. В Красноперекопском, Ленинском и Дзержинском по 3 двора, в Кировском 4 двора и в Заволжском 2 двора. Сейчас здесь появится полный список дворов. Все я перечислять, конечно, не буду. Точно такой же список вы можете найти на сайте мэрии Ярославля. В каждом дворе есть свой план благоустройства. Проекты обсуждали с его жителями, учитывали мнение каждого. Новый асфальт, цветники, урны, новое освещение и скамейки – это малый список, что же появится в каждом из 20 объектов. Активное участие в благоустройстве территории примут и сами жители. Многие, кстати, высказались за помощь строителям собственными силами. Например, пенсионеры по традиции очень любят разбивать газоны. Есть и дворы, где ремонта ждут особенно, да и масштабы там совсем другие. Итак, двор на проспекте Ленина, 18, ждет обновление дорожного покрытия, появление скамеек, урн, газонов и детской площадки. А по улице Бабича у 17-го дома, кроме свежего асфальта, сделают парковку, хозяйственную площадку и место для отдыха. Как отметил мэр Ярославля, как и в прошлом году, во дворах появятся спортивные площадки, но их установка производится за счет дополнительного финансирования. Помимо дворов, новыми красками заиграют и ярославские парки. В юбилейном лидере народного голосования обновят входную группу, и вместо обычных арок здесь появится вот такой приятный арт-объект для молодежи. Заменят асфальт на аллеях, освещение и установят уличную мебель. А на реконструкцию парку 30-летия Победы в Дзержинском районе выделили дополнительные 30 миллионов. На эти деньги здесь обустроят прогулочную зону, поставят велодорожки, установят тренажеры, скейт-площадку и детскую зону. По плану все благоустройство должно завершиться уже летом, а примут работы уже к началу сентября. Ну а мы все
все-таки вернемся в апрель 2019-го. К слову, не один Ярославль сейчас переживает эпоху грязной весны. В интернете сотни фотографий и видео из других регионов. К слову, есть среди них и настоящая мусорная столица. Во дворах моря и грязное месиво. Киров. Пожарная машина застряла в каше во дворе дома, не доехав до места, где горела квартира. 28-тонный автомобиль пытались вытащить, но колеса только глубже погружались в грязь в 20 метрах от пожара. В результате, пока специалисты вызволяли из грязи шасси, квартира сгорела дотла. К счастью, пострадавших в ЧП не оказалось. Омск. Состояние катастрофическое. Колодцы подмыты, непролазная грязь, пишут жители северного города в социальных сетях. Например, на странице паблика ЧП «Омск» фото, как по этой грязи между домами пытаются пройти дети. «Положите поддоны или доски», возмущаются люди. Жалуются омичи и на неубранные дворы и разбитые дороги. Весной одна беда – без спецобуви порой не обойтись. Читу назвали новой мусорной столицей России. Такие выводы сделал популярный видеоблогер-урбанист Илья Варламов. Ролик о погрязшем мусоре городе за несколько часов набрал 500 000 просмотров и поднялся в топ-10 самых просматриваемых видео в России. Ни в одном городе России я не видел такого ужаса, как в Чите. Свалки под окнами начинают гнить, заволакивая жилые дома сладковато-кислым тяжелым запахом разлагающихся отходов. Тут не просто грязно, в городе настоящая экологическая катастрофа, бедствие, чрезвычайная ситуация. Нечистоты выливают за окно. Все это похоже на средневековые города, утопающие в помоях, пишет видеоблогер. А вот в Якутске журналисты составили топ настоящих морей во дворах и на улицах. По ним не пройти, не проехать. Публикуя все это в социальных сетях, жители протестуют против грязи в городе. Там и снег-то не весь растаял, а город уже поплыл. Чего не скажешь о Екатеринбурге. Там дело доходит до абсурда. Улицы после зимы моют шампунем. Мэрия города обещала, что таким способом будет убирать не только дороги и тротуары, но и остановки, скамейки и другие элементы благоустройства. Для этого даже закупили специальные установки, которые мощной струей воды могут отмыть засохшую грязь, старые объявления и краску. Но до шампуня нам, Ярославле, вероятно, далеко, зато помочь в уборке города от грязи может каждый. В нашем Ярославле вовсю идет месячник чистоты. Власти города вместе с жителями проведут серию субботников. Я напомню, главный общегородской пройдет 20 апреля. К акции чистоты присоединятся тысячи волонтеров, сотрудников предприятий, руководителей городских администраций. Каждому, кто готов помочь навести порядок после зимы, обещают выдать грабли, лопаты, мешки и даже подогнать спецтехнику. А еще, возможно, и праздничную программу подготовить. У меня на этом все. В студии работала Светлана Доброхотова. И помните, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Хорошего вечера.